Мы продолжаем наше вязание. Нам нужно теперь все связать в зеркальном отражении. Ну, это ключевое слово — в зеркальном отражении. 33-й ряд у нас с вами был здесь соединительные столбики. Значит, 35-й ряд мы тоже начнем с соединительных столбиков. То, что они будут идти друг за другом, а не через ряд, это ничего страшного. Смотрите, здесь последняя прибавка у меня была в 24-м ряду. И получается, что 10 рядов провязаны без изменений. Здесь мы вяжем сейчас точно так же 10 рядов до 44-го ряда. И сейчас мы сделаем в 35-м ряду, а потом точно так же через ряд будем провязывать соединительные столбики вот с этой стороны. Вот. А в 44-м ряду мы с вами начнем делать убавки. Естественно, покажу как. Вот эту часть, где без изменений и только с этой стороны через ряд соединительные столбики, сейчас каждый провяжет самостоятельно. Если хотите, смотрите, я вот составила свою запись, покажу. Вот эта половинка была закончена, 34-й ряд. Сделали, вот я пишу, соединительные столбики. Разделяю, и отчисление у меня пошло уже как бы вторая половинка. Отдельно выделила я ее. Вот смотрите, я написала те ряды, которые будем вязать без изменения. 43-й ряд включительно. И сделаем соединительные столбики в 35-м, в 39-м, 43-м рядах. А 44-й ряд мы уже будем начнем делать убавки. Вот на этом моменте, на 44, в конце 44-го ряда мы с вами встречаемся и начинаем уже по рядам, будем также все расписывать и делать убавки, формировать вторую пройму сформируем, и там уже быстренько, потому что сам принцип уже понятен, да, здесь мы делали с вами прибавки, а с этой стороны нам точно так же в зеркальном отражении нужно сделать убавки. Я просто несколько раз покажу, как это делать, и мы с вами уже приступим. Итак, смотрите, 44-й ряд, как мы с вами и договаривались, то есть 10 рядов до половины, 10 рядов от половины. Это я на изнаночной стороне, четный ряд я довязываю и не довязываю одну петлю. Просто разворачиваемся, делаем воздушную петлю и разворачиваемся. Обязательно себе записываем в блокнотик. И вяжем мы с вами 45-й ряд. 45-й ряд, 49 столбиков. Если нужно делать... Да, здесь нужно, да, там делать... Нет, 43-й, 44-й, 45-й мы здесь ничего не делаем. Просто провязываем 49. А обратно 46-й ряд точно так же одну петлю не довязываем. Дальше, смотрите, 46-й ряд, точно так же еще раз одну петлю не довязываем, делаем воздушную петлю подъема, поворачиваемся, и со следующего уже ряда, когда мы будем возвращаться, мы будем не довязывать по 2 петли. И просчитываем. Дальше каждый ряд у нас будет с вами, будет не довязан на 2 петли, укорачиваться на 2. Так мы вяжем до 56-го ряда. В 57-м ряду мы с вами встречаемся. Вот здесь вот, да, соединительными столбиками мы будем вязать с вами в 47-м, в 51-м и в 55-м. Я вам вот так покажу. Если хотите, можете остановить и заскриншотить себе. Вот где иксики, там мы делаем соединительные столбики в рядах в этих. Видите, уже у нас идут по минус 2. В 57-м ряду мы с вами встретимся и будем формировать вот такой же рукавчик. Пока сейчас просчитываем, не торопимся, внимательно,
не забываем здесь, если вы уже начали делать, то не забываем делать здесь через ряд соединительные столбики. А здесь теперь, смотрите, у меня получается 47 ряд. Я сюда провяжу 48 петель, обратно вернусь, у меня уже 46 будет. Вот, то есть, значит, не теряйте счет, внимательно считайте. Сейчас я провяжу 47 ряд, в 48 я вам покажу, как уже будем мы 2 петли не довязывать. Смотрите, 48 ряд провязала обратно, это изнаночный, четный ряд. Я не довязываю 2 петли теперь. Вот она, раз, и вторая, которая прячется, 2. Я провязала 46 петель. На 2 у меня сократилось. И все, дальше мы начинаем по 2 петлю подъема, поворачиваемся и вяжем. Сюда 46, обратно уже 44. Итак, я провяжу, пока у меня, помните, вот вы свои записи, если запутались, посмотрите свои записи. Пока у меня не будет 38 петель. То есть, если брать в зеркальном отражении, вот здесь, когда мы формировали вот эту вот стеночку проймы, здесь было 38 петель. Значит, соответственно, здесь нам нужно сделать убавки до 38 петель, а потом формировать уже пройму. Точно так же. Поэтому я вот здесь себе уже расписала свои дальнейшие действия. И вам поэтому говорю, если вы вяжете вместе со мной, то мы вяжем 56 ряд, и в 57 ряду в лицевом мы с вами встречаемся. Должно быть 38 петель остаться в 56 ряду. Вот так. Так, пришлось поднять камеру, чтобы вы посмотрели, что у нас с вами получается. Видите, как мы с вами уже какую работу проделали. И вот тут наша кромочка как раз у нас получается. Видите, так все плавно. Не такой обрубленный край. Я фотографию выложила в Телеграме. Там видно, где я вязала черновики. Я не применяла вот эти вот здесь по одной, где убавки-прибавки. И там край такой остренький получается. Здесь у нас с вами все получается так закруглено красиво. Смотрите, на 56 рядов я провязала. Сейчас 38 петель у меня осталось. То есть, и будем формировать с вами вторую пройму для рукава. Сейчас я переключу видео. И мы с вами приступим. Смотрите, мы берем опять наш маркер. С этого края мы отсчитываем 5 петель вот этой вот, вот этого расстояния, 5 петель, где у нас было. 10 петель проймы и ставим маркер. То есть всего я отсчитаю 15 петель вот отсюда. С левой стороны. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Ставлю маркер. Здесь осталось 23 петли. И будем сейчас 4 ряда вязать именно на них. И не забываем мы с вами, естественно, про здесь убавки. Сейчас у меня 23 петли. Я вяжу до маркера 23. Это у меня получается 57 ряд. Потом разворачиваюсь и вяжу уже на 2 петли меньше. 23 петли провязала я. Маркер можно убрать, если мешается. Также делаю петлю подъема и поворачиваюсь, вяжу обратно. И не забываем про убавки. Значит, обратно я возвращаюсь и провязываю 21 петлю. То есть на 2 меньше. Так мы с вами вяжем 4 ряда.
57 провязали, потом 58, 59, 60. В 61 ряду мы с вами встретимся и организуем нашу вторую пройму. Все, сейчас 4 ряда под проймой. Как и здесь. Здесь у нас тоже, если помните, тоже так же было 4 ряда. Если посчитать, 1, 2, 3, 4. Здесь мы уже потом с вами формировали пройму. Провязала я 60 ряд. Сейчас у меня 61. У меня получилось здесь 19. Сейчас петель, столбиков в работе. Здесь 10 и 5, то есть, ну, 15. И давайте довязываем с вами сюда до проймы и еще раз сформируем нашу вторую пройму. Провязали 19 петель, 61 ряд у нас с вами начался. Делаем мы 10 воздушных петель. Сильно не затягивайте сами петли. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять и 10. Отсчитываем от конца 5 петель. У меня пропала автофокусировка. Раз, два, три, четыре и с пятой провязываем 5 столбиков. И у нас с вами в работе, мы вернули в работу наши вот эти петли. У нас сейчас 34 столбика в 61 ряду. Здесь мы с вами уже теперь не вяжем вот эти вот с этого края, да. Здесь мы с вами начали только после в проймы на спинке. Здесь мы на спинке провязали, на пузике, да, вот со стороны переда, мы с вами вот здесь вот соединительные столбики с этой стороны уже не вяжем. Возвращаемся обратно. И также не забываем еще 2 не довязать. И обратно мы вернемся. У нас уже будет 32 петли. Последнюю еще убавку нужно будет сделать до 30, потому что мы с вами начали с 30 петель. Естественно, закончить мы должны тоже 30. Вот. И потом еще 4 ряда получается провязать просто без прибавок. Да? Вот здесь, как вот здесь. Все в зеркальном отражении. Но я это все дальше сейчас покажу. Тоже распишу все себе и вам покажу. Также мы с вами вяжем. Еще раз я вам покажу, как мы провязываем пройму. Сейчас чуть-чуть ракурс поменяем. Можете, ну, я всегда как бы просчитываю. Если вам удобнее, вы тоже просчитывайте. Во-первых, это концентрирует на вязание. Во-вторых, это не дает сбиться. Вот 5 у нас и также вот, ой, куда я показывала. Вот, да, за заднюю стеночку точно так же. За дальнюю, да, от нас. Нашу цепочку из воздушных петель мы провязываем 10 петель. Обязательно. Ну, вот почему-то спицами у меня как бы нету такого, а вот крючком почему-то я всегда просчитываю. Я боюсь ошибиться. Даже когда вяжу игрушки, ну, как бы, и если я повторяю неоднократно какую-то вещь, на, уже дело привычки. И вот, 10. Все, дальше мы по нашим старым петелькам и продолжаем. Все, осталось нам дойти с вами, сделать еще одну, ну, это не считая,
еще одну убавку. Сейчас мы довяжем, будет 32 и 30. И потом уже не забудьте в развернутом виде сфотографировать. Надо будет сфотографировать, что получится. И мы сравним все наши с вами модельки. У меня там есть несколько, я вязала черновиков. В общем, есть с чем сравнить. Итак, смотрите, я провязала 64 ряда, и у меня как раз получилось 30 петель. Если мы сложим пополам вот все наши сойдутся прибавки и убавки, они вершинки их сходятся, и у нас тут остается, нам с вами нужно, ну, получается, что 2 ряда провязать, да? 65 и 66. Ну, в принципе, можно, так как у нас половина была 34 ряда, по идее, у нас должно быть 68 рядов. Можно провязать еще. Когда мы свяжем, соединим наши половинки, этого не будет заметно, я имею в виду шва. Поэтому сейчас я провяжу 2 ряда, я посмотрю. Я вернусь, я вам подскажу, то ли мы делаем или не, на правильном ли мы пути. Я закончила основное вязание. Здесь я все-таки провязала 68 рядов. Здесь получается на пол ряда больше, чем здесь. Но особенности такого вязания, что прям точно симметрично, естественно, не получится. Я исходила из логики. Если у нас первая половина 34, то вторая должна быть тоже 34. Итого 68 рядов. Все. Я сейчас пойду сфотографирую. Я хочу, чтобы мне осталось это на память. Именно в виде фото. А потом я приду, и мы продолжим. Мы будем с вами соединять наши берега. Так что, если кто-то тоже так же закончил, сфотографируйте на память. Мы потом сравним, у кого что получилось.